Все знал о Донецке, потому что у меня много русскоговорящих друзей от самого маленького. Мне даже, когда я был маленький, так мне дядя говорил, если я два твар, что буду на Донбасс или на Вислу. Мне было 5 годов, я говорю, ну не хочу на этот Донбасс. Лучше на Виселице. А сейчас я на Виселице и на Донбассе, в Чехии 20 годов. Какой-то прорицатель мой дядя, он все знал. Так у меня был билет открытый уже сюда в 5 годах.